А сейчас новости спорта. Тхэквондо – один из самых быстро набирающих популярность видов спорта. Соревнования по этому корейскому боевому искусству привлекают как спортсменов, так и болельщиков. В Славянском районе прошло первенство по тхэквондо «Славянск Open Cup» среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. В спортивный комплекс «Лидер» приехали 116 спортсменов из Адыгеи, Ростовской области, Краснодара, Ейска, Анапы, Лабинского и Славянского районов и Севастополя. Севастопольские спортсмены уже не в первый раз приезжают в наш город, и это далеко не случайно. Нам нравится организация, она как бы, ну, судейство адекватное. В общем, все нам очень нравится. Вот. Поэтому мы и до пандемии сюда приезжали два раза. И вот после снятия ограничений тоже вот это наш первый выезд. Значит, что касается самих соревнований, это реально классная обкатка для наших спортсменов. Потому что соревнования эти, несмотря на то, что они районные, они сильные. То есть здесь есть много сильных спортсменов с Южного федерального округа. Участие в представительных соревнованиях – отличный шанс показать себя с лучшей стороны, получить ценный опыт. В этом уверены крымские спортсмены. Тхэквондо я люблю, потому что я гармонично развиваюсь, и этот спорт не похож на остальные. К соревнованиям я тщательно готовился, слышал о них очень много раз. Приехал сюда я вообще первый раз. Надеюсь выступить достойно. На торжественном открытии первенства участников состязаний приветствовал начальник управления физической культуры и спорта Славянского района Александр Прищепа, который пожелал ребятам успешного выступления. Главный судья соревнований Игорь Бабаков считает, что в Славянске на Кубани все организовано на высоком уровне, в чем он не раз убеждался. И Славянск на Кубани всегда славился своей гостеприимностью, своим хорошим расположением и умением проводить соревнования. Поэтому сюда всегда с удовольствием спортсмены едут, выступают здесь. Здесь, как вы видите, всегда хорошие призы. Спортсмены не обижены, те, кто занимает призовые места. Также командные выступления награждаются за первые, вторые, третьи места. Ну и еще добавок ко всему, спортсмены соскучились по проведению соревнований. Все мы прекрасно знаем, какой у нас был прошлый год, начало этого года. И поэтому с большим удовольствием и воодушевлением спортсмены, а также их родители, тренеры с удовольствием выезжают на соревнования. Поединки спортсменов были напряженными, яркими и зрелищными. Лучшие тхэквондисты, словно бы танцуя, легко и изящно действовали, набирая очки. Для успешного выступления нужны не только мастерство и хорошая физическая форма, но и уверенность в себе, правильный психологический настрой. Все это было у славянских участников первенства. На тхэквондо хожу я около 7 лет. Думаю, что буду развиваться в этом спорте больше всего. Мне оно нравится тем, что оно развивает мою ловкость, силу, и старания в этом мне помогают. Я настраиваю себя морально, как мне говорит тренер, что все лежит в твоем подсознании. Если ты настроила себя на победу, значит, ты до этого дойдешь. По результатам соревнований спортсмены нашего района выступили очень достойно. Завоевали 3 золотых медали, 1 серебряную и 5 бронзовых. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».